Всем привет, зрители моего канала «Сад Чекалин, Сызранский район». И сегодня пришло у нас время потихоньку убирать, так сказать, наш участок с огурцами. Это первый участок, там у нас второй участок. Сейчас убираем сетку потихоньку, чтобы можно было подъехать на тележке и собирать наши сухие, которые уже потихоньку будем вырывать, которые подсохли, на которых нет уже ничего, и листва, и толку от них не будет. Вот такие, видишь, огурцы, они уже вялые. Некоторые еще зеленые, еще огурец, и даже еще цветет. Вот так вот. Потом мы весной сюда будем опять же досыпать землю, потому что от полива земля просела и ушла сильно. Осела, то есть в этом году мы не подсыпали. Вот показываю, смотрите, земля была вот ровно вот на доску, в доску ровно, а она ушла, доска, видите, то есть доска уже провалилась. Вот я вытаскиваю, взял доску, и она на второй доске, на нижней. В общем, надо будет натаскивать землю. Вот такой вот работой я занимаюсь, видите, просмотрел уже огурец, а он уже вон какой, с мою ладонь. Попала пыль в рот, пылище тряхануло огурцы и попала пыль. Вот, короче, будем собирать также огуречки, тут еще остались. Не везде, на некоторых я показываю, опять же, вот, видите, они еще зеленые плети. Огурцы еще есть, ну, понемножку, может, для себя, как на продажу соберем. Там на том участке более активные плети, более такие нормальные. Также высыпаем стаканчики, которые были наполнены земля, это из которых стаканчиков не вылезло ничего. Мы их высыпаем в это, вот сюда вытряхиваем. Сейчас они маленько подсохнут после вчерашнего дождя, даже сегодняшнего ночью. И мы их будем высыпать. И эти стаканчики пойдут на следующий год для рассады. Там у нас тоже плети. Видите, вдоль этого есть огурцы даже на них. Вот показываю, огуречки тут висят. Так вот. Там он тоже. Ну все, вот такой вот работой занимаюсь я сегодня. Приехал сегодня воскресенье, пораньше. Так, ну все. Всем, кому понравилась моя работа, или кто-то меня поддерживает, опять же, нам ставьте класс, лайки. Также пишите комментарии, как вы поддерживаете меня в моей работе. И что вы думаете о моем саде. Также не забывайте подписываться на наш канал «Сад Чекалин, Сызранский район». Ну и всем пока. Удачи, ребята.